Всем привет, ребят, с вами Санек. Сегодня я вам расскажу в этом видео, как найти пиратский сломанный меч в VR Red Dead Redemption 2. Найти его можно в лодке на вот этом вот острове. Он находится к северу от города Сен-Дени. И если смотрите по железнодорожным путям, там, где водится легендарный озерный осетр, есть вот такой островок. И вот где я вам показываю, там находится лодка. Видите, пистолет изображен желтый. Значит, какой-то нашел редкое оружие. Вот тут вот лежит в лодке скелет такой вот, и тут как раз лежит этот самый сломанный пиратский меч. Вот так он выглядит. Можно открыть справочник, посмотреть. Сломанный пиратский меч, который вы найдете в этой старой лодке рядом с трупом какого-то пирата. Нашел я его чисто случайно. Приплыл сюда для рыбалки на легендарного осетра. Вот. Решил заночевать, просто сделал костер, и меня просто телепортнуло в это место, на соседний остров. И я так чисто случайно на него наткнулся. На этом у меня все. Надеюсь, вам видос понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кому это видео стало полезным, пишите комментарии, находили ли вы этот меч. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видосов. Всем счастливо, всем пока.